блядь! Что у вас происходит? Уйди отсюда! Что вы кидаетесь на нас? Отсюда уйди! Что вы на нас кидаетесь? Дайте собрать вещи свои спокойно. Раз уж за лох и деньги за хату не отдадите. Отойдите, дайте вещи забрать. Что вы делаете? Что это происходит? Это охранник? Что вы делаете? Давай на выход. Сейчас на выход пойдем. Сейчас мы пойдем домой, погодите. Мы ждем полицию, послушайте, десятый раз. Что вы делаете? Что вы на нас этой лопатой кидаетесь, я понять не могу. Мы что вам какие-то, дикари или что? Мы нормальные, адекватные люди. Вызывай психушку сразу, блядь, тут неадекватная она, блядь. Что вы исполняете, я понять не могу вообще. Ладно, собирайтесь, выходите. Вы снимаете у них квартиру, снимайте лучше с договором. Чтоб меньше шансов было оправдаться. Выкинь нож. Порезать ее. Вон, нож в руке. Леша, за нож на туре снимайте. Она за это хорошо отхватит. Лопата. Выходи давай. Да, конечно. Выходи. Вот у нее нож в руке, что она меня выгоняет из дому, который мы сняли за деньги. Руки уберите от моего телефона. Да. Потом нет, за дом заплачу. Кто не выходит сюда? Убери нож от меня. Отойди что отсюда. Ты кидаешься? Нож убери, говорю. Психована, не иди. Что ты кидаешься? Отсюда. Только перни, блядь. Только перни, я тебе говорю. Поздно будет, когда...